Первый снег ухудшил ситуацию на дорогах. Всего за сутки произошло 33 ДТП. В обычное время в Первоуральске происходит в среднем 6-9 аварий. В госавтоинспекции призвали автомобилистов к осторожности. Из-за неблагоприятных погодных условий количество аварий возросло в 3 раза. В очередной раз убедительно просим водителей транспортных средств сменить летнюю резину на зимнюю, соблюдать скоростной режим и увеличивать дистанцию перед впереди идущим транспортным средством. Ситуацию держат под контролем и коммунальщики. Со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра на дорогах города работала техника. Специалисты посыпали проезжую часть специальной противогололедной смесью. Сегодня утром 2 машины продолжили дежурство, хотя таких обильных осадков, как вчера, не было.